Да, Новый год закончился. И старый Новый год в том числе. Но в преддверии замечательных мужских и женских праздников я скажу, что сейчас в городе, вообще сейчас, уже два года назад, как в городе появился такой комплекс, как кафе «Салтан», который позволяет вам покушать в два раза лучше, чем в ресторане, ну, по крайней мере, вкуснее точно, вот, потанцевать абсолютно бесплатно. Да-да-да. И причем поставить музыку на свой вкус. Конечно, кто-то может сказать, что нам нужны кривые понты типа евроремонтов, там, индивидуального антуража и всего остального. Ну, кривые понты вам настроение не добавят. Градус добрых напитков не поднимут. Да, и в редком ресторане можно будет потанцевать после 12 часов ночи. Здесь же все это можно делать. Любые корпоративные вечеринки, любое торжество, свадьба, банкет, да, в общем, без разницы, что. И вот сегодня нас пригласили и сказали, что вас, господа, ждет сюрприз. Нас, любителей вкусно покушать. Что нам приготовили, вот об этом сегодня мы и поговорим. Для того, чтобы приготовить все то, что вы видите на экране, недюжие кулинарные способности и фантазию надо иметь. Говядина шпигованная, рыбная феерия, горбуша, запеченная в фольге, косички из рыбы, баранина, запеченная с косточкой, рулька баранья, фаршированная с черносливом. Тут только для подготовки времени немало надо. Чего говорить о времени приготовления. Но все это, естественно, заказать можно, как и устроить настоящий праздник желудка. Причем без перенапряжения оного. Потому что, по сути, все эти блюда диетические. Итак, пустив слюнки и разодорив аппетит, насладимся умопомрачительным вкусом. На телеканале «Звезда» дозировано, на кабельном «Маганфо ТВ» по полной программе. Как сложно. Что-то выбрать. Ну, я бы вам рекомендовал остановить на кафе «Салтан». Потому что, ну, даже чередуя каждый день то, что здесь готовят, на каждый день, 20-30 минут это есть в наличии. Ну и вспомним то хорошее время, когда хозяйки наши и ничего делали конфетку. И оно закончилось. Потому что, ну, молодому поколению это не надо. Оно сейчас богатое, самодостаточное. Относительно богатое, относительно самодостаточное. Когда кроме серьги и васи ничего не было. Не было ничего, кроме исключительного дефицитного майонеза, картошки, морковки, свеклы. Что можно было приготовить? Ну, старались приготовить. Вот. Сейчас кафе «Салтан» не ограничивает себя ни в материалах, ни в фантазии. И вот горбуша, запеченная в фольге. Что я тут вижу? Если я не ошибаюсь, это подложка из картошечки. На нее аккуратным образом положено хлеб, горбуша. А, бесподобный аромат, который я вам попытаюсь передать, придается пассерованным лучком, болгарским перчиком. Вот. Что за аромат? Все болгарский перец, это, конечно, наша находка. Тот соус, который получается, он, что вам сказать, если есть острота, то она тонко нарисована. Если есть слюнка, то она с ароматом болгарского перца. И сама горбуша в таком нежном, тающем на языке оформлении, она полна холода любой другой благородной рыбе. Да. Супер. Это фольклорный российский дает нам такое выражение, свистнуто из одного анекдота: уйди, свинья, мне все противно. Вот мультфильмы советские еще
говорили нам такие фразы. Не споем ли, друзья? Да, хорошо я покушал так, по-плотному. Здорово, потанцевать бы еще, но приходится на монтаж ехать. Кстати, совсем недавно узнал, что, оказывается, город приедет в Макдональдс. Построят даже две точки. Конечно, это будет великолепная конкуренция тем чебуречным, которые торгуют, не самыми качественными, честными чебуреками. А также это будет замечательная конкуренция всем ресторанам, кафешкам, которых, кстати, не так уж и много. Ну что ж, будет возможность поесть. Но кто составит главную конкуренцию — Макдональдс, где можно сегодня покушать качественную и низкокалорийную, в том числе баранину, великолепные салаты и все остальное. Здесь кафе «Салтан», напротив центральной городской ярмарки, где еще? Вот. Кафе «Салтан», кроме всего, любит еще и вас, господа, которые любят отдыхать корпоративно, весело. Так вот, я вам так скажу. Где-то в среднем похождение в «Макдональдс» без спиртных напитков обходится в пределах 500 рублей на пару. Вот. Здесь примерно за сумму чуть-чуть больше вы можете на пару посидеть и с тем, что рекламировать нельзя. Вот, если же вы заказали себе банкет, то музыка бесплатна, настроение хорошее, в подарок. Все, что вы сегодня видели, все, что невозможно съесть, надо, конечно, заказать заранее. Я вам скажу, что, есть, конечно, рестораны, которые могут попытаться что-нибудь подобное приготовить, но вот сюда позвоните, по тем телефонам, которые я сейчас укажу. Вот. Заказывайте, хотите вот эту баранью ляжку фаршированную домой привезти, на заказ сделают. Хотите действительно праздник сделать такой, который в свое время нам устраивала бабушка, уже давно почившая, когда готовила она гуся, либо что-то вот такое, запеченные бараньи ребрышки, тоже сделают. Хотите рыбку вам исключительно замаринуют и потом в фольге привезут на дом, то же самое. Но если вы не хотите дома потом еще и посуду мыть, приезжайте сюда.